мне известна такая формула де Бройля, которой можно выразить любое физическое тело в виде волны. Не могли бы рассказать поподробнее об этом, или я что-то понимаю неправильно? Ну, не выразить тело в виде волны, а каждому телу можно сопоставить некоторую волну. Вот это волна де Бройля. Но это примерно речь о том, что если сейчас открыть вторую дверь, поскольку мы с вами являемся в некотором смысле, нам можно сопоставить волну, то выходя в коридор, когда открыты две двери, мы будем интерферировать. И в коридоре появятся точки, где мы можем появиться и где мы не можем появиться. И расстояние между точками определяется длиной волны де Бройля, которую нам надо приписать. Но поскольку мы с вами такие массивные, для нас длина волны де Бройля очень маленькая, и расстояние между интерференционными максимумами и минимумами оказывается меньше размера ядра. И поэтому мы не замечаем свои интерференции на двух дверях аудитории. Хотя мы точно такие же квантовые частицы, как электроны, только масса у нас слишком большая и слишком короткая длина волны де Бройля. А так вся природа подчиняется одним и тем же законам, и мы на дверях тоже должны интерферировать. И дифрагировать на дверях, да, должны. Спасибо.